Всем привет! Сегодня у нас будет небольшой сравнительный видеообзор. Я вам покажу две относительно свежие новинки от костромских брендов «Автоистория» и «Start Skill Models». И мы рассмотрим советский бортовой полноприводный грузовой автомобиль ГАЗ-63. Масштаб модели 1:43, эти грузовички появились в продаже в начале 2021 года. Эти машины можно смело назвать бестселлерами, они были раскуплены еще на стадии предзаказа, хотя есть некоторые оговорки. Например, у ССМ такой грузовик вышел только в одном варианте окраски, у «Автоистории» машина вышла в двух цветах, и зеленый грузовик раскупили, а бежевый вполне спокойно до сих пор продается по рекомендованной розничной цене. Цвет здесь тоже играет довольно важное значение. И модель от «Автоистории» продается за 1850 рублей, аналог от ССМ стоит 3450 рублей, это на 1600 рублей больше. И на каждую из моделей я уже делал детальный видеообзор, также делал сравнительный видеоролик, где мы сравнивали седельный тягач ГАЗ-51П от «Автоистория» и модель от Deep Models. По вашим просьбам я сделаю еще один видеоролик, где мы сравним продукцию AIST с ССМ, и вы для себя можете решить, стоит ли переплачивать за бокс и дворники из фототравления. И начнем мы с упаковки. Обе модели пакуются в картонную обертку, у ССМ также поставляется пластиковый дисплей-кейс. И качество материалов у обоих моделей не самое лучшее, картонка очень хлипкая, она рвется буквально от малейшего прикосновения, и ко мне коробка пришла в не совсем кондиционном состоянии. И, конечно, мне не очень повезло с моделью от «Автоистории», тоже был замечен брак, а модель от ССМ более-менее нормальная, здесь особо не к чему придраться. И оба грузовика окрашены в идентичный темно-зеленый цвет, и у них, по большому счету, нет каких-либо больших отличий. Например, дворники из фототравления вы можете купить самостоятельно, они стоят от 150 до 200 рублей. Боксы также продаются у ССМ за 400-500 рублей, и в общей сложности модель выйдет дешевле, чем готовый китайский аналог. И также посмотрим, возможно, в будущем у Костромы выйдет и классический ГАЗ-51, я тоже постараюсь его приобрести в свою коллекцию. Ну, давайте посмотрим на упаковку первой модели. Здесь снизу есть различная информация, которая касается данного производителя. Эти модели изготовлены в Китае, срок службы указан 10 лет, и также здесь есть наименование прототипа «Горький 63», цвет хаки. У ССМ снизу на коробке такая же информация. Модели разработал Modimio Engineering. Здесь есть артикул, по которому можно найти модель в интернете. И несмотря на то, что у грузовика точно такая же схема окраски, цвет вместо хаки именуется просто зеленым. И давайте я сначала распакую модель от ССМ. Мы посмотрим ее поближе. И что мне понравилось у модели от ССМ, то что в боксе также есть страховочный блистер, который предотвращает повреждения модели при ее неправильной транспортировке. И зачастую производители пренебрегают таким моментом, и как-то показывал вам дорогую модель от Аутокульта, которая попросту сорвалась с подставки, и тяжелый тент оторвался и разбил содержимое упаковки. И, конечно, обидно, когда к вам в коллекцию приходит разбитая модель, но если вы покупаете довольно много разнообразных машин, этого попросту не избежать, все равно рано или поздно что-то сломается. И эти модели мне в целом очень понравились, и если говорить о семействе ГАЗ-51, ГАЗ-63 у Костромы, то это вполне удачные изделия, и в некоторых моментах они сделаны даже лучше, чем аналоги от Deep Models, особенно если взять ранние 51-е газоны от Deep'а, не совсем с правильной кабиной. И здесь вполне хороший, симпатичный темно-зеленый цвет, правда, он чересчур глянцевый, и, конечно, подобные машины окрашивали в немножко другой оттенок зеленого, больше болотный, а такая схема окраски больше присуща машинам 70-х, 80-х годов.
И у этого автомобиля съемный пластиковый тент, фактура на тенте довольно реалистична. И когда я делал детальный видеообзор на этот грузовик, то я вам также для сравнения показывал прицеп 2PN2 от Deep Models, у него точно такая же фактура на тенте. И, видимо, Кострома подсмотрела у Дипа, как нужно делать нормально тенты. Если вы посмотрите на кузов, то здесь изнутри присутствует напольное покрытие, правда, нету расшивки бортов, но если у вас модель стоит на полочке с поднятым тентом, то все равно нету разницы, какая здесь детализация. Также сзади здесь краской начертили катафоты. Эти элементы можно было сделать и из фототравления, если мы говорим о продукции StartScale Models, но все равно это какое-то продвижение, потому что на ранних моделях от SSM катафоты обычно просто были окрашены в цвет кузова автомобиля. Также присутствует сцепное устройство, оно статично. Также установили круглые задние фонари из прозрачного пластика, окрашенного лаком. Присутствует небольшой ящичек сзади под кузовом. Окрашен топливный бак. Есть небольшая зеленая канистра. Хорошие покрышки, окрашенные колесные диски. И на покрышках довольно четко видна маркировка. У этого грузовика окрашены дверные карты изнутри, также окрашена панель приборов и наклеили небольшие декали, имитирующие различные датчики. Дверные ручки здесь серебристого цвета, из пластика, установлено водительское зеркало заднего вида, и также здесь установили стеклоочистители из фототравления. Они более-менее аккуратно установлены, но мне кто-то в комментариях писал, что место установки здесь выбрано не совсем точно. Также сквозь прорези на решетке радиатора проглядывается радиатор охлаждения. Это черная пластиковая деталь. Можно было обозначить ее серебристой краской. Вполне хорошая осветительная техника, но криво установлены поворотники. И сама лампочка здесь на поворотнике, или это габаритный огонь, обозначена серебристой краской. На этом варианте присутствует лебедка, правда, бампер наклеен не очень аккуратно, он смотрит куда-то вниз. И думал его подправить, но здесь все обильно пролито клеем. Если пытаться снять эту деталь, то, скорее всего, повредится лакокрасочное покрытие, поэтому оставил его в таком виде. И давайте теперь посмотрим на модель от «Автоистории». И здесь представлен другой вариант, ГАЗ-63 без лебедки, но по большому счету из этой модели вы тоже можете сделать ГАЗ-63А. И я думаю, что в скором времени кто-то из мастеров предложит бампер с лебедкой, потому что это съемная деталь, и тогда вы можете подобрать краску и установить бампер на модель от Аиста, если, конечно, найдете ее в свободной продаже. Ну, вот так выглядит данный грузовик. Точно такой же тент, он даже не отличается по тону, и можно поставить тент от SSM на модель от «Автоистории», и он прекрасно садится. Абсолютно идентичная деталь. И у этой модели тоже есть декали на панели приборов, и панель приборов окрашена в цвет кабины грузовика, а вот дверные карты здесь, по-моему, из черного пластика, окрашенного в массе, как и сиденья. Здесь вместо дворников из фототравления обычные пластиковые детали, обозначенные серебристой краской. Также есть пятнышко клея с водительской стороны. Не очень аккуратно установлено зеркало заднего вида. Точно такая же осветительная техника и точно так же криво установлены габаритные огни. Просвечивает радиатор охлаждения, он из черного неокрашенного пластика, и у этого грузовика точно такие же покрышки и точно такие же колесные диски, правда, они не окрашены. И у меня на этой модели был дефект, одно колесо с повреждением, но это небольшая проблема, я впоследствии эту деталь заменю на нормальную. И вот так выглядит оформление задней части. Кузов здесь точно такой же, ничем не отличается. И у этой модели довольно хорошо проработана нижняя часть. И точно такая же проработка на модели от SSM, только там
черные пластиковые детали, еще окрашены сверху краской. И как вы могли видеть, канистра там покрашена в цвет кузова автомобиля, а здесь она просто в черном цвете. И при желании вы тоже можете эту деталь демонтировать и окрасить ее самостоятельно. Так что здесь решать вам, какую модель выбрать. Бокс, я думаю, не стоит 1600 рублей вместе с деталями из фототравления. Поэтому, если вы хотите сэкономить денег, то ищите модель от автоистории. И повторюсь, если вы хотите вариант с лебедкой, тоже можете сделать самостоятельно новый бампер и приклеить его на посадочные места. Но обе модели хороши. И пишите ваш комментарий, если в вашей коллекции подобный ГАЗ-63 от автоистории, от ССМ, возможно, вы также в коллекцию взяли вариант такси в бежевом цвете, и напишите, как у него дела с покраской и с качеством сборки. Не забывайте поддержать этот видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и заглядывайте на мой основной канал, там регулярно выкладываются обзоры на самые разнообразные автомобили. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.